Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем про игру про зомби, называется, если правильно смогу выговорить, Dying Light. Ну как-то так, короче, называется, потому что в английском я не силен. Игра про зомби. Часть первая. Вот, отправили нас в город замертвяченный, чтобы мы смогли разработки все эти. Так, что у тебя слышишь, что происходит? Ой, а я где? Меня как-то сюда перебросило или как? Ладно. Так, надо будет зачистить еще на места эти. Так, мне пришлось запереться здесь из-за бандитов. Окей. Запрет в лаборатории, но живой. Ты идешь сюда? Сначала найду Джейн и верну результаты. Ладно, я буду ждать. Удачи, Крен. Что-то я не понял, а нигде. Ой. Подождите, я что-то не сразу сообразил. Вау! Ничего себе! Это как так получилось? Ух ты! Лепота! Так. Как вот туда под землю-то спуститься? И как там груз оказался? Тихо! Тихо! Вот ни хрена тебе! Вот тебе и начало процесса! Тихо! Тихо. На. А, вот. Подождите. Господи. Инвентарь заполнен. Понятно, ладно. Тогда давайте просто загрузим. Так, немножко замаскируемся. Нормально. Блин. Ни хрена себе участочек-то достался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Вот что я точно знаю, это надо мне... безопасную зону освободить срочно, чтобы она у меня была до наступления темноты. Блин, блинский.
Блин. Да хватайся ты! Вот так. Так. Я даже боюсь представить, что это могло быть. Так, подождите, нет, вот так. Дом еще выше. Да вы охренели. Давай, давай, давай. Еще куда, чего можно? Блин. Так, ну-ка, давайте-ка поменяю. Блин, блинский, нет, так не пойдет. Так. Давай, включай все. Не все так хорошо, как могло нам показаться. Давай, ползи, ползи. Вот так. Тоже мне ассасин. Опа. Так. Ну давай же. Что-то я не совсем понимаю. А он еще выше. И пока я с ним не покончу. Понятно. Куда? Давай поднимаемся.
Ну ни хрена себе, вот тебе и сюрприз. Так, а что у меня в инвентаре-то? Тактический нож. Тактический нож, конечно, разберем. Да. Все. Одно место освободили. О, отсюда можно спуститься. Так, а мне надо куда? Даже не знаю, с оружием. Поехали. Вы серьезно думаете, что я сейчас о грузе буду думать? Взломали. Что мы имеем? Подожди. На. Надо что, чтобы ты куда-то ударился? Даже не знаю, блин. Да. Так, сойдет? Ладно, подожди. Блин. Иди в огонь. Как мне с тобой бороться? Ой-ой-ой. Да. На. На. Фу. Ну ни хрена себе, сказал я себе. Бежим. Только подождите, у меня тут навык один есть. А как мне бежать-то, блин? Это что такое? Необходим так вылечить, так увеличить высоту падения, с которой вы можете пережить так. Оглушить врагов, которые вы перепрыгнули. Вот это, конечно, давайте еще. У нас есть выживание, выживание у нас. Вот это, наверное. Усилитель атак более длительный, так усилить или нет. Научитесь создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами. Научитесь использовать электрические ограды. Давай вот это, электрические ограды. Может, оно мне пригодится сейчас. Всего сколько мне надо в метрах пробежать? Ой. Ой-ой-ой. Опа, он сразу красным стал.
Так. Да. Ну иди. Бам. Хоп. Беги. Подожди, а как туда заходить? Подожди, он меня сожрет. Так. Блин. Давай, давай, давай. Хоп. Эй, хоп. Вот чего, чего, по вот здесь вот я точно ходить не хочу. Уж больно за мандзря. Уж много больно зомби здесь. Так. И вот сюда. Господи. Да ни один нормальный человек бы не стал бы сюда так забираться. Так, это я. Я Майкл, вот Трой ждет тебя, так. Рад, что ты с нами, Крейн. Какого хрена вы так высоко залезли? Крейн, рад знакомству, дружище, я умник. Нужна помощь техники, обращайся, я уже почти придумал, как пробиться сквозь блокировку связи. Иди, посмотри. Я Кайл Крейн, приятно увидеться лично. Ну, что ты молчишь-то? Ты ищешь Джеральд? Где она? Ты ее видела? Джейд, это Трой. Как слышно? Я слушаю, Трой. Джейд, это Крейн. Слушай, я знаю, ты идешь к доктору Камдель, но на его клинику окружили зомби и боевики. Раиса, давай я тебе помогу. Крейн, держись от меня подальше. Я слышу твой голос и вижу брата. Пожалуйста, выслушай меня. Дело в том, что я работаю на ВГМ. У меня было задание выяснить, кому Раис переслал файл, но теперь это не важно, потому что со мной связались из министерства. Они собирались разбомбить город, но я их уговорил подождать. Им нужны результаты исследований, которые у тебя. Надо придумать, как сообщить им, что они у нас. Ты подонок. Джейд? Джейд? Черт. Крейн. Так, когда мы с ней говорили в последний раз, она была в университете. Зато это поселок отсюда. Если ты сейчас говорил правду, тебе нужно срочно найти Джейд. Ну, естественно. У тебя прическа такая, господи. Мама, не горюй. Что у нас по времени? Время обед. Я не хочу быть этим обедом. Так, давайте посмотрим. Это я сейчас где? Ой, как мне бежать-то надо далеко. Вроде и недалеко, блин, ну так вот далеко. Вон туда, наверное, где-то. Хватайся. Ты какой-то недалекий. Ассасин бы давно бы уж пробрался. Его хрен остановили бы. Это Трой. Трой? Мы пытались придумать, как пробить блокировку и попробовать ее проработать, пока ты ищешь Джейн. Ну и что, а я чем?
Так. Не могу читать, прошу прощения. На. На. Так. Кофе. Что вы на крыше-то забыли? Не понимаю вас. Так, а как он называется? Подождите, как называется то, что я сейчас оружие? Люпус. Я где-то взял тебя или что? Так. Теперь надо как-то... Как-то тут... А, охране. Так, волосы темные, вся самая себя крутая. Где она? Да, она разговаривала вот с этим. Как там его? Спасибо. Была же. И то хорошо. Ага. Подождите. Джейд, ты здесь? Ты меня слышишь? Где ты? Что ты хочешь? Джейд здесь нет, черт. Давай. Я ищу молодую женщину. Брюнетка невысокая, дерзкая. Страшное дело, ее зовут Джейд Альмдемир. Да, она здесь была. Такую нельзя не заметить. Похоже, кого-то ждала. Вся из себя недовольная. Потом ушла. Она сказала, куда идет? Нет, ты Крейн, да? Она тут оставила для тебя. Зачем она мне оставила его фото? Тут я не в курсе, но она просила тебя передать. Одного раза хватит. Уж не знаю, что это значит. А она не хочет, чтобы я погиб. Вот что это значит. Так. Доступны новые же оружия. Так. Чертеж. Ну давайте чертеж. Мощная отдача. Не знаю, что она мне дает. Так. Так. Пакостишь? Так, а куда тут можно идти? Крейн! Крейн, рад снова встречи. Как ты сюда попал? Твою мать, Спайк! С трудом. Как бы там ни было, Брэкен посылает лучших. Слушай, теперь ты всегда найдешь меня здесь, понятно? Все, чем я могу тебе обеспечить в трущобах, будет и здесь. Так что бери, не стесняйся. Спасибо, Спайк. Не за что, дружище. Ладно, увидимся. Что у тебя тут есть? Еще один набор взял. Так. Что где тут есть? Отключить. Включить. Looks pretty comfortable. Так, смотрим. Чертежи. Это у нас... Супер кровопускатель. Так, ключ Бенджамина Франклина. Так, тут так, бейсбол. Мощная подача. Травный дротик. Понятно. Шокер. Труба. Вот, электротруба, возможно, у меня тогда была. Ну-ка, давайте трубу возьмем. Да подожди. У меня труп тут до хрена. Чертежи. Это а где ты? Возможно, это она была у меня. Так, лучше не вставай. Ага.
Что надо, изолента, химикаты. Блин. Так, а что у меня там? Чертежи. Седьмое небо нет. Вот эта зажигалочка нет. Дать прикурить. Гвозди, бечевка, аэрозоль. Так, лучше не вставай, да, хотели сделать. Так, ну вроде все, давайте сейчас. Нам стрелы нужны. Стрелы, стрелы, стрелы. Вот этих немножко сделаем хоть. Так, взрывные, разрывные. Делаем, делаем, делаем. Ну, не знаю, коктейль Молотова нам надо, не надо. Давай коктейль Молотова. Пригодится, чтобы тихо горели там. Так. Навыки ничего нету. Угу. Так, может еще что-то есть? Нет, нету ничего. Нету ничего. Идем наверх. Это где-то наверху, да? Лея, не надо мне тебя. А вот еще опять мимо игра какой-то стадион только уже. И вот этот. Все понятно, опять мини-игра. Хотя. Так, стая Базака, это захватывающее состояние. Мы настоятельно рекомендуем проходить его в совместном режиме вместе с другими игроками. Понятно. Давайте еще раз посмотрим. Может, здесь я меч опять смогу завоевать себе. Нажмите пробел. Нажал. А, так я продолжаю просто. Ладно. Только я не помню, куда здесь что бежать надо. На. Подожди. Вот так. Что? Все берем. Все заберу. Так. Открываем. На. Ох, ни хрена себе. Тихо. Тихо. Так, что-то взял. Чувствуешь? Что я должен чувствовать? Так. Давай.
Что вам надо? И давай-ка. Это игра в игре. На. Тихо. Так. На. На. Тихо. Ты же не хотел мне сделать больно, да? На. Так, смотрим. А мы вот это можем починить клинок-то, которым сейчас... Так. Конечно, чинить. Так. Этот... А, больше нельзя починить. А если улучшить он... Блин, нечего. На! А, она не взрывается, так горит. Так, понял. А-а-а! Ни хрена я испугался-то. Блин, блински. На. Блин. Подождите. Вот. И... На. Беги, беги, беги. На. Нифига. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Спокойно. Вау. Еще один. Да вы издеваетесь. Мне его так не подбить, да? Да ты-то вообще не счет. Понятненько. Ничего, вы меня помотали-то. Хорошо.
На. Давай, давай. Тихо. Ахуй пазлы. На. Подождите. Так, поменять мы поменяли. Тихо. Тихо. Блин, мертвы. Блин, надеюсь, мне не надо будет заново... А, здесь, по-моему, не надо их заново бить. Сейчас. Нет, не это. Вот он. На! Тихо. На! Вау. Ты запоздал. Мне надо поболее. Так, сначала. И... На. Так, сколько их еще осталось? Я вот сюда ходил. И где-то здесь видел на полочке, вот она. О, все-таки что-то есть. Так. Блин, я же забыл, эта штука взрывается. Сам забыл. Забираем камень. Так, а здесь что? Ай-яй. Так, набрали вооружение. Блин. Что такое? Зелье силы. Ну что ж, я думаю, отсюда нам пора выходить. Так, продолжить. Так. Вот, вернуться в главную компанию. Я думал, это вообще магазины, где можно забрать, как сказать, серп этот. А это не он. Он, кстати, рядышком где-то должен быть, получаться. Так, наверное. Что хочет сказать тебе? Поговори с ним. Так, Фридон. Его друг Руперт просто гений во всем, что касается оружия. Спасибо за подсказку. Вообще-то я на другое думал. Думал, ты продаешь. Подожди, подожди, подожди. Блин. Ну ладно, подождите, может, внизу есть? Где-то в библиотеке также. Нет. Идем. Выходим отсюда и. Джейд, this is Crane. Do you copy? Так. Крейн, как Jade, слышно? Джейд, слышишь меня? Бесполезно. Troy, this is Crane. Do you copy? Crane, I was just about to contact you. Savvy broke through the jamming and I think
Опа. Why? What do I have to see? You have to see it for yourself. Давай. Просто возвращайся сюда, хорошо? Да нет, не хорошо. Я уже пришел вот сюда. Так что тебе уже никуда не деться так. Угу. Так, давайте сманим их побольше. Вот в эту часть. Банк. Нормально. Нет, так мы их не перебьем. Так их не перебить. Ладно. Вы серьезно думаете, что я еще... На. Оп. Видал, как я могу? Давай, 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 давай. Вот если по крышам вот так вот бегать, то вроде бы еще и ничего, жить можно. Главное, на землю не спускаться. Этим небесным жителям, ой, небесным, к земным жителям. Оп. Вовремя. Вовремя я свернул. Так. На, на. И еще разок. Я его туда утолкал, нормально. Ой, а посюда пробегу. Так. А я девушек люблю, я их вместе соберу. Вот, стой, стой, стой. Вдоль по линии прибоя за собой уведу. Папа! Смог. Так. Куда? Сюда. Вот как вы-то здесь бегали? Чудовище. Вы же бессознательная хрень, у которых нету мозгов. Так. Стой! Фух! Вот я лоханулся, да. Тихо! Вот я одному-то тесно, куда уж ты-то? Ой, бестолочь. Сюда. Сюда. Хватайся, хватайся. Вон вода вроде, море, да? А я где? А я на той был. Я под водой, видимо, прошелся по этим туннелям-то, нет? С какой стороны? Я вообще вышел, надо было посмотреть мне первоначально. И пойдем узнавать. Давай, давай. Сколько раз я это смотрю и до сих пор не могу поверить. Сегодня был обнародован внутренний документ, из которого следует, что намерения данной организации насквозь преступны. Вместо того, чтобы искать вакцину от харьковского вируса, ВГМ собирается превратить его в химическое оружие и продать тому, кто дороже заплатит. Реакция мировой общественности. Нет, давай сразу к сути. Я был последним из уцелевших в зоне карантина. Мне даже не верится, что я спас. Мне не верится, что я жив. Мы скорбим по всем погибшим, но, как сказал президент в своей сегодняшней речи, жизнь продолжается, и нам нужно смотреть дальше. Военные части обошли всю карантинную зону в поисках уцелевших, но теперь там остались только мутанты. По словам полковника Теннера, как только закончится санобработка, возбудитель инфекции будет полностью уничтожен. Они хотят уничтожить город и ищут себе оправдание в глазах мира. Слушай, пока мы... так не умчался все крушить в гневе,
помоги. Разместили взрывчатку в жилом здании, устроим пожар в виде осмысленного. Проблема в том, что наш человек Майкл уже нашел подходящее здание, но не может подняться на верхние этажи, там слишком много кусак. Короче, никого у них нету, чтобы подняться. Так, надо что-то делать, знаешь, разрывать клочья. Так, а ты пока свяжись с Дженнифер. Она нужна мне. Даю слово. И ты даешь. Молодец. Вау, 15 косарей. Рано еще. Так. Ладно. Так, а мне далеко бежать-то? Ой. Далеко. Мне бы еще вот зону эту зачистить сразу, мало ли. Блин. Я где? Так. Нехило меня только что поставили. Да стой! Ой. Блин, чуть второй раз на эту же самую не наступил. Давай. Оп. Давай, 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 давай. Оп. И еще разок. Блин, блинский. Давай, все. На крыше. Блин. Нет, я хочу на крыше. Шоколадку съем. Вот так. Смог. Что там? Батарейки. Давай, взлом. Надеюсь, он того стоит. Так. Идем, идем, идем. Есть. Что у нас здесь? Сигареты. Это метательный нож, что ли? Опаньки. Опять скрывать. Вот, можно практически это. Ничего и не делать было. Открываем, берем. Ну-ка. А чертежи, что мы можем? Так. Где у нас чертежи, чертежи? Императрица. О, мачете. Оружие Тихера, мачете Раиса. Так. Оружие 10 за 12. Давай. Создаем. Все. Ой-ой-ой-ой. Отсюда вообще можно спуститься? Так. Понятненько.
Вот сюда. Отсюда куда? Если так вот разбежаться, по идее, и в теории. На. О, смог. Блин, эти, блин, здоровые. Меня так достали. Ой. Подожди. Да сейчас. Убил? А как ж? Куда мне тут надо? Где-то что-то купить можно. Что-то не понял, где-то... Вроде бы где-то здесь показан. Недалеко. А, вот ты где. И что у тебя можно купить? Лук, топор, секач, вот так. Двухствольное ружье. Вот патроны-то есть у тебя? Чертеж стрелы, ну давай, я даже не знаю, что такое, но... Возьмем батарейки, аэрозоль, жестянка, клинок. Стрелы, винтовочный патрон, пистолетный, оружейный патрон. Вот, оружейные патроны мне нужны. Купить все. А, продать я могу. Смотри, продать могу тебе. У меня вот кофе есть. Продать все. Сойдет. Пей кофе, вспоминая обо мне. Что-то я не понял, друг друга что ли там месяц? Так, вот мы сюда. Потом сюда. На. Вперед. Блин. Очистить зону. Как я могу очистить зону, то если там это штукенция. Берем, съедаем, капаем. Давайте будем. Куда-то умчался. Давай, ты их там размазываешь или что? Что-то я... На. Вот так. Повышен уровень силы. Давайте посмотрим, какой навык я. Так, это что? Станьте экспертом боя. Вы получите еще больше выносливости и доступа к набору добиваний. Давай. Мне просто надо очистить это. Блин, ну так-то три стрелы нормально, да? На, собираем. Измазались. Бежим, бежим, бежим. Давай. Сюда.
Понятненько. Наверх. Мне срочно надо наверх. Вот что я осознал. Да блин. На. Вали отсюда. На. Да подожди ты, на. Размозжил тебе голову. Давай, 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 давай. Блин. Ладно. Вот так. Всех? Нет, не всех. Ну иди сюда. Понятненько, что-то еще не сделал. А что я не сделал? Подожди-ка. А, вот. Все. Блин, вы мертвы, ну и 1800 еще потерял в очках. Здорово. Просто здорово, что я могу сказать. Блин. Подождите, где я? Ну, дом обезопасил. Ладно. Так. Нет, я не пойду за этим боеприпасами, по ходу дела. Я вообще боюсь здесь выходить куда-либо. Ну-ка, дайте-ка посмотрю. Вот они вы, да? На. Правильно думал, но долго. А как спуститься? Бум. Так. Где второй? Вот. Блин. Чуть-чуть еще подправим. Все. Что в груз входит? Так, надо сваливать. Так, вроде недалеко, всего лишь 150. Но попробуй пробеги. Наверх. Давай еще немножечко. Так, я вижу какую-то надпись. Радо. Что радо? Радость. Радовает нас. Так, а мы боком можем вот так пройти. Надо посмотреть. Нас вода вроде отделяет. Да, вода отделяет. Поэтому без разницы, покуда там понесешься. А вот, смотрите, нашел.
Тихо, тихо. Что за дом? Ой, дом. Тихо. Куда мне, куда? Нет, 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 нет. Беги уж! Ой, извините. Вот такой у тебя беспардонный, да, по головам. Куда тут можно бежать? Блин, он туда же надо. Короче, туда, откуда я бежал, туда и надо. А что мне надо? Встретить с Майклом Канадзет. Откуда вы? Я вас в упор не вижу. Вот теперь вижу. Ты сзади подошел, два удара, и я опять косарь 800. Вы меня так разорите. Дайте мне встретиться-то с человеком, поговорить. Может, мы давно не виделись. Ты меня напугал. Да нет, вроде пока ничего не надо. В жилище, которое я, да, помог освободить. А, стой. Встретись с Майклом. Так. Ой, дурачок. О, так это тут, я рядышком. Так. И как же мне можно спуститься? Оп. Подождите вы. Развонялись. Не пережил, бывает. Ничего, до свадьбы заживет. Так, вот вроде высота небольшая, да, можно попробовать. Где есть? Ага,
Блин, взломать надо. Еще чуть-чуть. Еще самую малость. Блин. Оп. Во. Забрали груз. Ой. Плывем. Интересно, значит, встретись с Майклом в канализации. Что, больше мест для встречи нету? Хотя, учитывая, что если монстры не плавают, то действительно, это самое лучшее место, которое он мог, внешний облик, который он мог себе достать. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся.